Всем привет. Всем привет. Best greetings. Best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. Best greetings from entomological cage with insects. Best greetings from terrarium with beetles. Today we have many beetles to observe. Beetles which belong to family Scarabaeidae, Scarab beetles, and also some mites. Some mites which were escaped from bodies of these insects. We have flowers here. There are some lime tree flowers. And some beetles here, different one. Family Scarabaeidae. У нас сегодня стрим коробочки с жуками из террариума. Всем привет, подключайтесь. Смотрим сегодня жуков, которые будут бегать, прыгать, можно сказать, даже летать, когда разогреются. Некоторые из них летят. Летают сейчас. Были собраны три жука, свеженькие. Они очень веселенькие. Другие немножко успокоившиеся, потому что сидели в темноте. И уже немножко устали. Но не думайте, что они голодные. Они голодные, чтобы удрать. Драть. Они хотят удрать, потому что многих насекомых раздражает свет. И при раздражении светом они хотят удрать отсюда. Удрать и полетать. Сейчас такие жуки летают в Киеве. На пустырях, на палисадниках бегают и летают. Высоко летают, высоко летают. Трудно поймать. Но на пустыре можно обратить на них внимание. Можно даже их собрать. Кто знает, как зовут этих жуков, может писать в комментариях, почему они летают, могут писать в комментариях, если знаете. Если у вас летают такие жуки, тоже пишите в комментариях. Кто ловил таких жуков, пишите в комментариях. А кто впервые увидел, тот, конечно, будет удивлен, потому что эти жуки обычно живут в большом городе, летают в большом городе по вечерам. По вечерам. Жуки семейства пластинчатоусые. Пластинчатоусые живут в Киеве, столице Украины, на пустырях или просто во дворах. Во дворах. Где-нибудь еще на пустыре, где не застроены еще дома, где просто растет трава злаки, где выкашивают траву злаки. На обычных дворах, где растут злаки, которые выкашивают регулярно или нерегулярно. Вдоль тропинок ходят эти жуки, ходят и летают вечером. Почему они ходят? Потому что они вылезают из своих норок, из своего гнезда, которое они создали год или два назад. Потому что личинка этого жука живет в земле, в грунте. Личинка этого жука, этих жуков всех практически живет в грунте, питается гниющими растениями. Или также подгрызает корешки растений. И белый снизу жук, можно сказать, он волосатый. И недаром он такой волосатый и имеет название. Жук, хрущ, волосистый. Волосистый хрущ, волосистый хрущ. Аноксия пелата по латыни называется. Семейство Скарабеиды, пластинчатоусы. И здесь у нас есть самки и самцы. Жуки вылезают из своих норок и ищут, самцы ищут самок. Некоторые пытаются спариваться. Вот самец, кисточка на него показывает, вот самка. Самец даже в неволе все равно ищет самку. Пытаются спариваться, самки здесь бегают, потому что на них светит лампа. Сегодня есть свет, посмотрим, как его вырубят, потому что у нас проблемы со светом. Нам повредили теплостанции. И свет вырубают по вечерам. Но, тем не менее, прошлый стрим с жуками я показывал при наличии интернета при помощи свечки. Если кто понял, что я рассказывал на английском языке. Я рассказывал про этих жуков и про жуков-носорогов. Включив свечку, потому что жуки были очень активны. И они активны, когда свеженькие, когда не уставшие, когда хотели летать. И они удивительным образом
расправляли свои верхние крылья элитры. Вот эти вот черные элитры называемые. Они твердые, но все равно мягкие сравнительно. Они такие уж жесткие по сравнению с жуком-носорогом. Также показывал жука-носорога в прошлом стриме. А здесь у нас несколько видов. Жуков семейства Скоробиида. Вот этот называется волосистый хрущ. Это называется бронзовка. Роцетония зеленая, которая летает днем, которая вечером не летает, прячется. Называется цветочная бронзовка. Цетония аурата. Какой-то точный вид, не могу сказать. Потому что надо смотреть внимательно на окраску крылышек, над крыльей. Несколько видов рода цетония. Подсемейство цетониида. Бронзовки. Бронзовка характерна тем, что она летает, сложив свои крылья, верхние надкрылья. Она их не открывает. Этот жук открывает надкрылья, может быть, сейчас откроет. Тот, который разогреется тут. Побегает, разогреется. А цетония летит как вертолет, очень быстро, с закрытыми верхними крыльями, а мягкие тоненькие крылышки она высовывает из-под наружу. И очень быстро летит. Вот эта бронзовка, самая обычная, в цветочном саду. Любит садиться на цветы, на плодово-ягодные культуры, на хризантемы. Питаться пыльцой и нектаром. Надо подгрызать сами цветочки. Если их много, может приносить даже некоторый вред, подгрызая цветочки на яблоне, на груши. Ну, которая уже, конечно, отцвела. Сейчас уже груши, яблони, сливы уже отцвели давно. Поэтому они летают на других, на боярышнике. Это как раз было собрано на боярышнике. На жасмине. На любом цветочном. На любых цветах собираются они. А вот эти жуки, которые хрущ волосистый. Видите, какой он волосистый. Можно сказать, шерстистый. Носорог шерстистый. Волосистый. Спасибо. Привет, метро. Привет. Hello, 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 my dear friend. Hello, 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 my dear son. I recognize that you can see me sometimes. Very funny indeed. So, жук шерстистый, волосистый. Аноксия пилоза по латыни. Аноксия пилоза. Так. Вот здесь вот есть самец и самочка. Другие тут, видимо, самцы. А вот еще есть маленький. Тоже бронзовка, только другая бронзовка. Крохотная, маленького размера. Всего лишь 1 сантиметр размером. Вот это крупная, почти что 2 сантиметра, 1,5 сантиметра длиной. А это крохотная. Сейчас мы ее увеличим. У нас есть возможность сделать зум. Пока есть свет. У нас их здесь две. Называется Аленка. Тоже немножко приносит вред, тоже подгрызает цветочки. Так. Это хрущи. А вот она здесь у нас. Жук Аленка. Волосистый. Вот она, вот она, вот она. Видите, копия бронзовки, только не маленькая. Около сантиметра размером. И она черная с белым рисунком. Черная с белым рисунком. Oh, yes, yes, Project Reptilia is breeding some cetoniide, I guess. Yes, many scarabidae are beetles which easily bred in laboratory or even in home, at home conditions. Many people like to breed scarab beetles in home, in laboratory, in culture. Можно дать жукам, например, субстрат земляной или какой-то субстрат из лишайников, из мха, из торфа. И жуки после спаривания прекрасным образом будут откладывать яйца. Яйцо очень крупное, волосистое, хруща где-то около 1 мм размером, круглое, откладывается под землю. Выходит личинка, которая начинает есть перегнивающие растения, может есть корешки. Правда, живет год или два, что очень долго в лаборатории вытерпеть, выдержать 2 года наблюдений.
с акультурой трудно. А тут у нас мы видим два самца, одну самку. Сразу же самцы ищут самку для спаривания и делают тут такие акробатические пируэты. А жуки, чтобы перевернуться, открывают крылья. Такой ловкий трюк тем, чтобы удрать или улететь. Жука трудно поймать на улице, потому что он летает очень хорошо. Так, это кто у нас тут собрался улетать? Бронзовочка. Бронзовка разогрелась. Почувствовала. Вот она, вот она. Вот видите, даже не открыла своих открылий, потому что она их не открывает. Сейчас увидим в прямом эфире, как она взлетает. Жуки пластинчатые усы сначала открывают свои усики, продувают их воздухом, продувают свои трахеи. Вот она, видите, как взлетает. Доставая крылышки. Ну, далеко не улетишь, только на лампу. Главное, чтобы не потерялась. То улетишь, спрячешься под стол и потеряешься. Помрешь с голода. А так ты кушаешь хорошо. Жуков можно подкармливать, бронзовок особенно. Бронзовки кушают, а вот волосистый хрущ не кушает. Волосистого хруща не развиты ротовые органы. И он ничего не ест, живет за счет накопленных питательных веществ. А бронзовки и большая, вот которую показывал я, Аленка, в контейнере прекрасным образом питаются клубникой. Даже сожрали всю клубнику, которую я им давал. Бросил 4 клубники в контейнер вместе с мокрицами и с жуками. Не осталось ни кусочка, осталась одна зеленая цветочная мочка. Сейчас разогреется, опять будет взлетать. Вот ты смотри. Вот такой шустряк. Самый шустрый, самый быстрый всего. А, он и не был в тени. Жук-бронзовка был просто в контейнере. Был очень теплый и нагревшийся. Тут он возбудился от яркого света. О, тут еще акробаты. Жуки-акробаты цепляются друг за друга и организуют целую акробатическую фигуру из 4 уже жуков. 4 самца, 1 самка. Выясняют отношения, кто из них самый главный. Так. Покажи свой характер, бронзовка. Покажи свои крылышки пушистые. Главное, не вылетело. Как вы заметили, что бронзовка взлетает, а над крылья свои даже не открывает. Такая у него особенность морфологическая. Летать со сложными верхними крыльями над элитрами. Маленький жук, который маленькая бронзовка. Вот это Аленки. Тоже так же летают. Они даже, видите, даже такие вот тоже. Аленка волосистая. То у нее элитра волосистая в щетинках. А тут самец с самкой в центре кадра. А тут целые 2 самца и самка. Жуки чувствуют запах самца и самки и очень активно начинают двигаться в поисках партнера. Или в поисках того, где же свет. Жуков возбуждает свет. Часто они прилетают на лампу и гибнут под светом лампы. Прилетают также на проезжую часть. Гибнут на проезжей части. Особенно жуки-носороги, которые большие, ползают медленно. Вот эти вот жуки волосистые ползают, как заметили, очень даже активно. Особенно, когда разогрелись. А носороги прекрасным образом летают, перелетают через дорогу. Но если падают, то часто оказываются на спинке. Двигают ножками. И пока перевернутся, их может задавить машина. А даже перевернувшись, они не такие шустрые. Пока доползешь до обочины, до края дороги, много опасностей подстерегает. А вот этого жука волосистого, хруща, поймать не так-то просто. Он такой шустрый, что его не собьешь на лету. Даже около его норки надо ловко увернуться, чтобы его поймать. Но эти, которые не увернулись, они сегодня с нами на демонстрации поведения жуков. На демонстрации их спаривания, на демонстрации их такой ловкой походки и на демонстрации разных видов семейства скорбиды, пластинчатоусые.
Вы заметили, какие у них маленькие коротенькие усики. Они их раскрывают, и они состоят из нескольких пластинок. Поэтому они имеют название пластинчатоусые, по латыни скарабииды. Как я сказал, жук, который вот внизу бронзовка питается пыльцой, нектаром и цветочными лепестками. А вот эти другие жуки, жуки волосистые, не питаются. Так, это уже начал волосистые жуки улетать. А вот эта бронзовка удрала. Ага. Начинает. Вот видите, открывает крылышки. Открывает, распушает свои пластинчатые усики, через которые продувается воздух, инициируется, разогреваются мышцы, насыщаются кислородом мышцы грудные, и жук активно начинает взлетать. Вот он. Там уже на спинке у него есть специальные защелки, которые закрывают его жесткие надкрылья, чтобы жук не поломал надкрылья, когда выползает из норы, или наоборот, когда закапывается в землю при откладке яиц. Самка должна погрузиться в землю, более-менее влажную почву, желательно после дождя. Где личинка будет питаться перегнивающими растениями или корешками растений. Поэтому отчасти жук волосистый является немного вредителем, особенно молодого посадочного материала в лесных, лесохозяйственных предприятиях. А в городе достаточно пустырей, где живет этот жук. Молодые растения практически не повреждаются. Взрослые жуки ничем не питаются, тоже никакого вреда не приносят. Так что в городе их вред совершенно минимален. Они являются только пищей насекомоядным птицам. В особенности воронам, которые их ловят. Ну и другим, может быть, воробьям, которые с ним могут справиться по утрам, найдя таких жуков где-то на пустырях. Или как раз в сумерках. В сумерках на них прекрасным образом охотятся вороны. Охотясь как спортсмены, быстро бегая и их расклевывая. Вот такое у нас сегодня знакомство с жуками. Семейство скарабииды, хрущи, бронзовки. Носорогов не показываю, потому что они спрятались в грунт. Спрятались в контейнере в грунт. И когда им захочется погулять, они вылезут, и тогда мы их покажем. Пока что у них путешествие по грунту, потому что самки решили спрятаться. Обрадовались, что тут столько много грунта влажного. Может быть, они отложат яйца и, может быть, вылезут прогуляться. Мы их покажем отдельным сюжетом. Сегодня специально хотел собрать жуков-носорогов, но никто не нашелся на дороге. Пока что прячутся. Вот такие у нас жуки. Подписывайтесь на канал в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. Subscribe to my YouTube channel. Это называется волосистый хрущ. Жук волосистый хрущ. На спинке жук хрущ переносит клещей, которые являются клещами насекомых. Человеку не вредят. Жуки, хрущи еще умеют пищать. Если их возьмете в руки, за счет того, что жук трет брюшком, его сегменты трутся друг об друга, и он пищит. Subscribe to my channel. Press like, write your comments. Ask your questions. See you soon on my channel, in TikTok and YouTube as well. Visit my Patreon page, buy me coffee, и нажимайте на кнопку спонсорства на первой страничке YouTube.
if you are in Europe, in America, and in Asia. Thank you for curiosity. Thank you for interest and best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. Stand with Ukraine, support Ukraine, help to Ukraine, and Ukraine will win. Thank you for attention. Good luck. See you soon on my channel. Ukraine will win. Bye-bye. Subscribe to my channel. Hi from Ukraine. Ukraine will win. Bye-bye.